В Славянске на Кубани завершились двухдневные краевые соревнования по прыжкам в высоту в памяти тренера Виктора Федоровича Ольховнева. Турнир, ставший традиционным, проводится в 16-й раз. В нем приняли участие более 150 спортсменов из Славянска на Кубани, Краснодара, Анапы, Сочи, Ейска, Лабинска, Пширонска, Горячего Ключа, Станиц Павловской, Анастасиевской, Новомышастовской. Второй год на соревнования приезжают и спортсмены из Республики Башкортостан. Славянский район представляли спортсмены двух спортивных школ – детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Станислава Шевченко и спортивной школы имени Владимира Симоненко. Юноши и девушки состязались в 6 возрастных группах. Победители были определены по результатам 2 соревновательных дней. Славянские прыгуны достойно проявили себя и показали отличные результаты. В копилке наград 6 золотых медалей, 4 серебряных и 1 бронзовая.